20 лет – много или мало? Что можно сделать за это время? На все эти вопросы не только ответили сотрудники торгово-промышленной палаты на дне своего рождения. Вместе мы будем сильнее. Под таким девизом торгово-промышленная палата Чувашии живет и работает уже 20 лет. В 1994 году ее учредителями стали 20 предприятий республики. Сегодня члены ТПП представляют более 80% научно-технического и производственного потенциала Чувашии. Миссия палаты с момента ее создания не изменилась. Она содействует превращению республики в привлекательный для бизнеса регион России. Палата является координатором стороны работодателей во взаимодействии власть, бизнес, общество. Вот с их легкой руки мы как бы взяли на себя функцию представления интересов работодателей. Далеко не каждая палата в России этим занимается. За большой вклад в социально-экономическое развитие глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил президенту торгово-промышленной палаты Игорю Кустарину медаль ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Наше эффективное взаимное сотрудничество дает дополнительные стимулы для того, чтобы мы находили новые идеи, новые проекты, занялись поиском финансовых средств, брали на себя риски и ответственность и открывали новые производства, создавая высокопроизводительные рабочие места. Судя по всему, такой политики торгово-промышленная палата будет придерживаться и далее. Игорь Кустарин вновь избран ее президентом. Приоритетные направления работы палаты на 2015-2020 годы – развитие республиканской инновационной системы, малого и среднего бизнеса и усиление противодействия коррупции. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.